Ну и самое, наверное, прикольное в Венесуэле, то, что здесь копеечный бензин. Думаю, многие про это слышали. Сейчас мы на заправке. Заправляем 95-й. Здесь они все время заправляют до полного бака. Как вы видите, 31 литр. И это вот сколько стоит боливров. Чтобы получить цену в рублях, нужно вот эту цену в боливрах разделить на 10. То есть сейчас будет 4 боливра. То есть 40 копеек больше, чем за 40 литров. А сколько бак здесь? Сколько он заправит примерно? До скольки он будет заправлять литр? Я не знаю, сколько выработал. Литр 60, наверное. Такая вот цена. В общем, ну, примерно выйдет, наверное, на рубль, да, это все. Меньше рубля даже выйдет полный бак заправить. Литров, больше, да, больше 50 литров. Вот. Такая вот здесь цена на бензин. Вот конечный результат. Сколько тут получилось? 81 копейка за 84 литра 95-го бензина.